Смотрим. Призон. Погнали. Опять пытка ребенка будет сейчас, нахуй. Это подвал, стена. Довод. Подвал. Ну, у нас ключа нет от подвала. У нас есть две фигни. Это сундук Кратоса и вот этот люк в подвал. Ну, это опять же подвал. Ну, это какой-то... Это другой подвал, понял? Так, нет, хорошо. Подвал в подвале. А, кувалда. Кувалда, блядь. Видишь? По-любому кувалда, блядь. Ну, логично же было. Но надо найти кирпичную ебаную стену, блядь. И, походу, надо вкручивать лампочки там. Что логично, потому что лампочки не использовались нигде. Видишь их дохуя? Ой, иди нахуй! Кто бы ты ни был, блядь. Кто там еще, блядь? Долорес, нахуй. Кто там еще, блядь? Нет, ну это кофеман, блядь. Этот, наш. Блядь, ебаный Дэйв, нахуй. Никого уже не осталось. Ебитесь, блядь, от меня, нахуй. Кофе-мужик, блядь, кто он же еще? Так, смотри. Да ёб вашу... Налево. Мы пиздолим за кувалдой вниз. Мы пиздолим за кувалдой сначала. Немного, конечно, странная механика с кувалдой, но ладно. Подожди, блядь, у меня нету нихуя вообще. Ну, нам один хер вниз в эту самую, блядь. В нычку нашу. Кувалда. Погнали, блядь. Кувалда. Потом нужно зайти будет в электрощитовую. Там тоже куча этих самых ресиков лежит. Куда ты пошел? Сёма. 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 Нам в нычку надо. И в электрощитовую. В щитовую зачем? Там ресы. Ты не сюда пришел. Бля, я обратно пришел. Угу. Да я уже путаюсь нахуй во всех этих лабиринтах, пиздец. Слышишь, а где здесь у нас кирпичная стена, бля? Я же... В смысле, в кладовой теперь кувалда хранится. Это... Что-то началось, походу. Две зажигалки. Две зажигалки, бля. Лянь, проход этот, понял? Я думал, кувалда. А... Или там что-то еще, или там еще кувалда лишь? Ну да. Вот это, ага. Но это не та стена, правильно? Ну пизда нет. О, блядь. А. Нет, это не та стена. Теперь понятна механика. Мы бродим здесь, ищем стену. Не загорается. Ах, блядь! Пизда тебе, блядь. Вот видишь, нужно было раньше пройти. Странная хуйня. Мне кажется, сейчас он нас придушит, блядь. Обе руки. Опа, убирай руку. Блять, что там в темноте, блять, нашел? Ты же что-то сделал в темноте? По-моему, ты что-то там разбил. Да хуйня не разбила. Слева, слева, слева. Вон, видишь, блять, ебашь стенку. Ты где-то что-то куда-то уперся? Вот, да. Разбился. Да. И чё, и как туда, блять? У меня шопи руки. Кувалда в руках. Выкинь кувалду. Зачем? Что ты не заберешься. Понял? Не заберусь я и так, блядь. Я еще кувалду проебал. Убери зажигалку в руку и я попробую залезть. В этой игре нет такой хуйни, как залезть, понимаешь?
Я, у меня теперь нет кувалды в руках, блядь. Ну, значит, она рядом с выходом стоит. Возможно. Нет. А-а-а! Понятно. Сука. Бля. Где яркость, блядь? Не видно, блядь, все равно не видно кувалды. Да, как она... А, она же убралась, наверное, сразу же, блядь, куда-то. Где ты, долбоёб, убей меня, нахуй. Как там это, блядь, загрузить? Последнее автосохранение. Конечно, последнее автосохранение. Ой, блядь, ёбаная механика тупорылая, блядь. Механика ужасная, на самом деле, вот просто максимально. В общем, надо бить стены, короче, и откроется, блядь, последняя стена, и всё, ну. Поехали. Ворочить там, бля. Ой, ебать, то что нужно. Оревар. Оревар, амиссимо. Кодзима. Переглавная у нас стенка. Да мы пришли. Да, выходит, что да. Бля, ну нет. Пизда. Прощай, что? Санюк. Там же есть еще... там, получается, по несколько было проходов, Сань. Получается, ближе слева есть проход, и ближе справа, понял? Ну что за хуйня? Чем мне вот делать? Иди умирать. Бля, бред какой-то, серьезно, блядь. Я даже не вижу ни хрена, блядь, вообще. Пиздос какой-то, блядь. К чему эта дичь вся? Поехали. Вот смотри, там еще по бокам просто будут такие же проходы. Не кажется, что эти проходы просто связаны? Тебе вот в этой фигне, где ты сейчас находишься, просто нужно будет отбежать правее. Вот беги ты правее в темноту, получается. Что, нихуя не видно, это полный. Нихера, блядь. А, видать, это комнатки, тебе по-любому, типа, в них, получается, нужно будет забегать. Бля, то, что ты не можешь воспользоваться зажигалкой, это полный пиздец. Я ее еще и выкинул, нахуй. Ну, залезь до сюда. А, ну, поставь стул. Вот, да. Вот смотри, просто в таких же проходах, ну типа дальше. Нет. Нет. Вот дальше по бокам будет два таких же прохода. Нет. Вот здесь ты имеешь в виду? Или где? Да-да-да, вот здесь по бокам где-то, вот. Ага, вот оно. И так там же, в другом.
Итак, так же тупо по прямой. Вон он. Ну, сзади, да, блядь? Уже. Скорее всего. Да похуй, ломай. Заходи туда. Справа там что-то есть. А у нас есть таблетки? У нас ничего нет, блядь. Ну все, беги тогда прямо и сразу направо. Если он тебя не ебнет, конечно. Куда направо? Куда, блядь, бежать? Это пиздос вообще полный, блядь. Че? А, вот, вот она. Где моя кувалда? Рука. Где, блядь, там моя кувалда, нахуй? Ну что за хуйня? Она нахуй не нужна уже, хорошо. Ой, блядь, а? Кусочек маски, да? Ага, ясно. Нужны тупенькая, габы, блядь, игра была, конечно, вообще. Вон там внизу что-то валяется. О, лезет, лезет. Что, нужны таблы, чтобы полечиться. А где они? А таблы есть наверху? Ой, ну ебать, ну что за хрень, блядь? Тоби пизда. Блядь, еще дольше можно это делать? Пиздец, блядь. Заебал нахуй, урод ебучий. Есть, в нашей нычке, где телевизор стоит. Ты ее пробегаешь постоянно. Я не понимаю, где она находится уже. Я тут заебался бегать там. Где вот она? Прямо. Здесь направо куда-нибудь здесь попробуй, что у нас тут. Это не то. Не то. Вот оно, блядь. Вот оно. Хуячим таблы. Опа, блядь. Да ты заебал. Опа. Еще давай, хуяч. Там еще одна таблетка осталась. Как раз хуяч, да. Вот, теперь бери в эту хуйню выкидывай, которая у нас в правой руке. Я бы еще одну хуйну. Угу. Бля. Чайный микрофон, блядь, задел. Все, пропало, блядь. Да, бери лампочку. Или не пропало? Пропало. Ну все, заебись, блядь. Ну все, теперь малая. Финалочка, блядь, по идее. Блядь, да. Блядь, тут надпись была? Стоп. Угу. А, ну да, здесь уже все, блядь. Я бы еще зашел в ту херню, которая между гаражом и комнатой соединяет ее. Потому что там тоже лут всякий был. Что здесь было, блядь, только что? Что за глюки, но? Я уже пре. Поехали. Глава Люси. Вероломный друг. Че, пойдем в ее комнату? Джон и я. Ебаная семья, блядь. Тоже где-то рисунок был. Мы находили. На двери на какой-то. Ну
Наверное, больше нет. Так, что нам делать с Люси? Не знаю, пойдем в его комнату смотреть, что тут. Опа. Миша. А, шкаф. О, рисунок. Кофе-человек. Кнок-кнок. Нужно постучать куда-то. Это дверь на... Че в ответ стучить? Все, уже не стучит. Нет. Что у нас здесь на стенке? Опа. Опа, ебая, смотри какое. Гланца урона. Опа, аптека еще. Еще табу, блять, возьмем нах. Походу нужно искать эти рисуночки, понял? По карте. Заебали, блядь, с этими рисуночками, нахуй. Так. Что дальше? Ну, понял, пытался выключить свет, а ты тут же включил. И сохранение сразу. Угу. Так, вот тут тоже какой-то шкаф есть слева. Часы — это уже классика, по-моему. Что ж он так очкует? Не хавай это, блитос. Рано еще, мозг не появился еще. Нихуя нема. Угу. Что-то с Мишкой можешь дальше сделать можно или нет? Или просто тут... Ничего нельзя сделать, можно взять и положить, все. Типа его трогала эта хуйня, все. Так, комната с сейфом. А, у нас сейф остался. Потом это херобора, скажи мне. Какая? Люк в подвал и этот, и Кратос. По классике ты. Ты тупо. Опа, это шо? Подожди. А ну. Цветочек или что? Я не могу понять. Ну да, а вон, не-не-не, стой. Направо. Вот видишь цветочек? Видишь дальше цветочек? Понял, лежит? Ну и что? Иди по этим самым, по следам. По лепесткам, может быть, что пойдет? Направо. Нет, нету никаких лепестков, блядь. В смысле, дальше, вон тебе. Лежат. Здрасте, направо. Куда ты идешь? Прямо. Блять, подожди, нахуй! Куда мне идти? Прямо. А вот там, блядь, вот, скажи, да. Возле двери входной, блядь, направо, стой, подожди, назад, прямо, направо, блядь, нет, подожди, вон, листочки, вот, блядь, цветок, нахуй, смотри дальше, блядь. Скажи, возле двери, блядь, возле входа, нахуй, блядь. Заебал, долбоёб тупой, нахуй. Всё, пошёл. Нахуй. Чё-то есть, чё-то нет. Угу. Тут мы все облутали. Блутали. Блутал. Угу. Последняя глава и последний сегмент. Интересно. Поехали дальше смотреть. В норку Кратоса заглядывая. Зачем? Потому что там есть рисунок. Логика. Угу, непонятно. Для какой? Какой-то сексуальный мужчина. Куда лайк? Так. Непонятно. В гараже вряд ли что-то происходит. Чё это за хуйня была? Не знаю, люк, наверное, просто. Чердак. Никаких событий особо с чердаком не было связано. По-моему, одна этот самый. Сцена была с чердаком и пиздец. Ну да.
Согласен. Вон там еще комнатка, ты забыл в нее зайти. Там, где прачечная. Ну, тут все по классике. Ничего не поменялось. Эй, чего? Ух ты ж, ёпаный в рот. Симулятор блуждателя на дому. Да я ебал просто. Или что-то наверху опять. Может, опять в ее комнату зайдем. Опа! Опа! Че это за хуйня? Телевизор работает, ля. Включите мне, эй. Что, блядь? Опа, да. Комната с граммофоном. А, нычка. Что-то там, да, что-то происходит. Ладно. Подвал. Ринь. Заебали, блядь. Налево? А, вот, да, все, мы уже здесь. Дышит кто-то, хуёво. Не работает освещение. Шо там? Труп? Нет. И чё? О. Рисунок, наверное, должен какой-нибудь на стенке или ху пойми где. И чё? Кто-то наверху фоткает. Посмотри. А, фотик. О, видел? Сам... А, понял, рисунок. О, видишь, опять же, лепесточки эти, про которые я говорил. Подожди, что там еще было? Она типа куда-то указывала. Да-да-да, сейчас. Что-то направо. Ну, в эту, в бойлерную, что ли? Ее там да. Кто-то ёбнул просто, походу. Стремяночка стоит. Нужно по стремянке, конечно, полезть. Куля еще делать. Туда нельзя. Понял? Не самое лучшее время. Понятно. Это мега-дверь, с которой мы по КД выходим. Постоянно, бля. Что? По-прежнему ничего. Ну, только рисунок. Бля, если просто посветить мне? Посвети. Ага, конечно. Я очень умен, да? Поставь ее, пожалуйста, блядь. Я тебя умоляю. Я тебя прошу. Хуй. Стоп. Что? Сейчас, дай я разберусь, блядь, сейчас с управлением. Что? Выше, что это? Вот смотри. Направо. Что? Вот как она показывает. Вот, видишь? Теперь там какой-то круг большой. А, он ведет куда-то. Да. Угу. О. И что? И все, ничего, блядь. Подожди, а ну пройди, да, по этой переборе. Это? Да ничего, в принципе, я хуй знаю. Кораблик. Ладно, давай рассмотрим вот тут все. Кораблика не было. Отдай нахуй. Дай, сука. Что там нарисовано вообще? То ли камень, какой-то круг. Кто-то за ней следит. Понял? Что, смотри, тоже, блядь, вот сейчас камень нарисован, а большого круга или есть, или мы на нём... Вот со свечкой было проще на самом деле. А, понятно. Угу, серьезно, блядь. Ладно, тогда свечку возвращаем. Поджигай его. Пошли дальше. Я думаю, что я, блядь, его взять не могу. Понятно. Вот тут наш друг, блядь, да, получается? Направо.
Вот тут, наверное, что-то сфоткай. Господи! А! Ничего с ним. Ага. Вон там. Чего это, блядь? Ты кто, ебать? А, девочка. Не похоже на девочку. Да, девочка. Вот да ебать. Она идет давать мне пизды, да, я так понимаю. А, да. Что-то все по классике. Еще только девочка пиздюлей не давала. Она что-то выкинула, подожди. Ну, исчезай. Она что-то делает. Делает. Она мне что-то кинула. На, пёс такая. Да, пёс. Ну ладно, пойдем возьмем, что она там, блядь, кинула. Подожди, меня жалюче, честно. Надо вернуться чуть-чуть. Порыть, блядь. Потусоваться, блядь, здесь надо. На свету сейчас посижу. Дай телек посмотри. О, все. Так. Что, бэчик она тебя кинула? Фломик. Что это, блядь? Ну, шприц, я так и говорил. Отлично. Отлично-то отлично. Дальше что делать, блядь? Дальше идем наверх, где этот, блядь, жаба эта стояла. Где кролик был. Блядь! Случайно, сука. Мы же обратно можем вернуться? По идее, можем. Жаба-кролик, блядь. Телек больше не работает. Да. О. Понеслась. Теперь фоткаем эту хрень. Угу. Пошел нахуй. Картина, скорее всего, слева. Да, что-то здесь слева, вроде. Свет да, нужен. Сейчас. Света здесь не будет. Вот он. Что дальше? Все? А, да, там типа получается куда-то еще оно нас должно вести. Там же несколько ходов было или нет? Сколько я понял. Да. Нет, нет, только сюда. Так. И что это мне дает? Я не знаю, что это тебе дает. Может, что-то сработало, там открылось, не знаю, где-то. Смотри на сам рисунок, может, это типа место, где они тусят. О, подожди. Чё? Ничего. У меня ж нет ничего. Бля, эту хуйню я не могу открыть. Ой, да вон у тебя эта херотень. Ага. Блять. Мой бред, конечно, я тебя тоже заебал, блядь. Но в плане того, что чердак вообще по факту не реализован. Вообще никак. Че, ну, бабка тут тупо сидела, блядь. Хуйня, о, короче. Не. Так, ищем следы. Опа, что это, не знаю, это вешаю. Это бабушка.
Ну чё, ходим, блядь, смотрим, где эта херобора может быть, её рисуночки. Стоп, пошли опять в зал к телевизору. Да я заглядывал, там что-то ничего не было, может сейчас будет. Опа. Просто радио, блядь, да, заработало. А, нет, нет, что-то поменялось, блядь. Угу. Нихуя. Е-е-е. Заеби. Пульт. Гуилт уже тогда. Гульт. Неужели не темное помещение, блядь? Наконец-то, блядь. Грибы. Там грибы можно собирать. Тут еще яркость на максимум, уже я пизданул нахуй. Вообще пизда. А, бля. Сфоткаю, бля, кролика. Не, прибери, чуть пиздец, прям, бля. А, так оно не сохранилось, по идее. Не, слишком темно не делай. Какой прекрасный дождь, низкополигональный. Ебать, попаливает такой. Мега-медведь. Да пунда. Можем как-нибудь ускориться? Да, я на shift жму постоянно в этой игре, Степан, нихуя не работает, блядь. Опа. Полянка, детский домик. Игрули. Сатанинский круг медвежат. И тут вызывали большую панду вот ту, блядь. Поехали. Посмотрим, что там. Я Люси. Поздравляю. Hello, Люси. Ага, телек, блядь. Я хочу быть твоим другом, Люси. Ага, из телека вышел ёбок. Ну, не только из телека, понял. Ну да. Из Xbox еще. Абба. Так. Ну, сука, пидор. Пидор, он ее, блядь, что-то нахуй караулит. Дом спиздил у нее, блядь. Пиако. Пиако. Friend did it. Друг сделал это. Ага, мать напиздела. Короче, птицу он ебанул, блядь. Маленький еще ключик. Еще один сундук. Слушаем, блядь, радио. Хуй тебе, не будем ничего слушать. Мышка. Ничего не дает, зайчик. Только дохуя ключи, точнее коробок, но где... Ни одного, блядь, ключа вообще. Да. Радио не слушается, нахуй. Вообще ничего не работает. Теперь нужно идти, блядь, слушать телек и слушать радио, я хуй знаю. Глаз. Походу, да, блядь. А как отсюда слезть? Никак. А, вот значит, нужно что-то тут еще с фоткой. Что тут, блядь? Без понятия. У меня, может, есть? Нет, у меня нихуя. А, блядь, столешница, она не открывается? Никак, нет? Что за... Может, где-нибудь, да, здесь. Может, здесь где-то ключ валяется? Ну да. За мишками, вот затем за розовым посмотри. Так я их поднимал же, их ставить просто назад надо и все. Может, я за это глюк, может, я могу спуститься все-таки. А, может, вот здесь, может, наверху, может, в баночке наверху на потолке посмотри. Наверху пофоткай потолок. Хуй знает. Окно пофоткай. Что там, бля? Вы, пожалуйста, отпустите меня. Слева там еще кошка есть, бля. Вот. Может, в окно выпрыгнуть, нахуй? Нельзя. Помогите! Бля, выпустите меня. Пиздато.
блядь. Охуеть, бля. Не, ну значит, надо что-то сделать здесь. Мне кажется, нужно их как-то расставить, хотя, так, блядь. Их нельзя менять местами, блядь. Уж. Ага! Вот он. Понятно. Сука, пидор ебаный, нахуй. Спрятался, нахуй. Наркоманка! А. Хмурого, блядь, словила. Ах ты шлюха, вот оно в чем дело, нахуй. Хуй ты выйдешь. Что-то, блядь, черный мужик реально там до всех доебался. Аля доебался. Да все, понятно же. Все, попиздили отсюда. Ага. Что тебе надо? Страшный медведь. Что ты так окопался, блядь? Может, опять нужно потрогать эти рисуночки, я хуй знаю. Либо прицепить этот рисунок куда-то. Без понятия. Подождать, может, просто. Что это? А-а-а! Как же это затянуто, пиздец. Понеслась. Почему так вниз смотрел, блядь, как будто ждал этой хуйни. Неужели мы выйдем сейчас из любимой нашей двери? Нет. Мы уже возле телека. Все выключатели сломал, педрила ебаный, нахуй. Мудак. На туре, гля, нету света. Так. Чё? Зайди еще раз в эту... А, вот тебе еще, да. Теперь тут свечки тебе придется везде ставить. В электрощитовую еще зайди. Компас можно нахуй, мне кажется, выкинуть. В электрощитовой тоже свечка была. Справа, по-моему, где-то вот здесь. Уже мы все собрали, по идее. Работает. Вот, вот здесь, посмотри, справа. Вот на этой, да, бильберде, выше. Да хуй с ним, пошли, блядь. Да. А куда? Пошли к телеку. Пойдем. Стоп, это куда? Это вот сюда? Нет, бля. Нет. Чё, опять заблудился? Во. А, по выключателям вон они. Тихо. Есть. Так, наверх. Наверх. Ну, в её комнату, по идее, они должны выйти. В смысле, заводить. Что произошло? Что? Нельзя. А куда? Посмотри на пол. Давай зайдем опять. А сюда. Подожди, там же можно обойти. Сейчас. Да и чёс? И смысл выключать свет? Ну у тебя такое, блядь, я царь нахуй, я могу свет выключить даже без выключателя. То есть я с таблами буду ходить, да. Не, нельзя пройти. Да как зайти-то, блядь? Я не могу ничего сделать. Вон она сидит, бля. Ага, а это просто скример, типа скрипт. А сейчас?
ходить фоткать, наверное, надо еще что-нибудь. Типа ходить фоткать по КД. Во, теперь открыто, заебись. Что вы тут, блядь, делаете, нахуй? Там, опа. Ага. Угу, да, нужно, типа, добыть где-то выключатель, который нужно сюда принести. Они ж валяются повсюду. Да, особый выключатель, походу. Опа. Ага, хуя лысого, да? А вот птичка. Пико. Взаимодействовать, сука, нажал 20 раз уже. Нету. Надо вернуть. Кого именно, блядь? Что там? Попугая. Зеленого. И там, блять! Какая-то хуевала была. Ага, вот она уходит. Пошел мы за ней. Она нам помогает. Она тебе не ебашит. Она, по-моему, нам уже не помогает. Да? Наебка! Не наебка, ключ от комнаты, блять. Ну, по классике все, сейчас она меня ебнет. Ля. Взять свет зажигалки, блядь. Опа, хуяся. Угу, понятно, искать всю эту херобору. Давай отталкиваться от начального. От двери твой. Где это? Назад, назад. Ты опять идешь к той двери, где бродит она. Вот, все, заебись, заебись. Нет, я иду, ага. Вот, зажигалочка у нас есть. Зажигалочка пригодится. Вот это скоро. Можно уже, наверное, выкидывать. Логичнее будет, да, эту выкинуть, а эту взять. Какие таблы? Ну, в принципе, можно, ладно. Так, и вот тут не спеша идти, да, шукать вот здесь. Ключ, скорее всего, где-то в этой хуёвинах. Вот он. Отлично. Ну и все, идти. Бороться с призраком девочки. Блять! Опа! Теряемся. Не вовремя гражданка показалась. Угу. Все. Тиль. Ну это, по крайней мере, не 3 часа больницы, ты ебучий. Да, да. Ну пока что, подожди. Так она убила птицу, походу, да? Сейчас я так понял. Часа. Зажигалка пустая, я только что ее поменял. А, это понял, зажигалка. Чтоб специально тебя наебывать. Вот. Будет разговаривать, не? Не знаю. Не будет, не. Или будет. Ну, должно что-то произойти? Ну, должно. Сюда нельзя, сюда нельзя. Скажи, я вас слушаю. Сей статус сфоткать надо. Возможно. Не фоткать. Электричество кончилось. Что сделать? Корма ей, блядь, насыпь нахуй. Не загорается. Выйти нельзя, ни туда, ни туда. А, дверь пропала. В этой игре часто делать ничего не надо, короче. А, просто ходишь, дуплишь. Ну, тут очень затянутые вот эти вот штуки просто вот. Да нельзя. Угу, пропала. Отлично, птица пропала. Стой, о, сидит, девочка. Сидит. Ну, ебашит она ее убивает, типа. Подойти. Подойди, чё ещё? Наш приц. Э!
Зажги, что ли, эту штуку. Они не работают. Все. Да, все. Просто, короче, показали нам, что у нас сделано. Так. Что тут у нас? Это игрушки расчлененные. Угу. Опа, какой-то мини-шкаф. Мега-мужик. Бабадюк. Маленькая комнатка. Кофейный. Маленький шкафчик. А, это не, понял? Там внизу это херобора. Птички. Там есть. Понятно, птички. Это. Ну, идти вниз пиздовать в подвал. Получается, да? Стоп, так это все? Это только подвал? Или это смесь из всего? А вот загадка. А, сфоткать, типа, там его... Не, типа, в этих местах его нужно сфоткать. А ну, подожди. Ну, я не знаю, блядь, где еще нахуй его можно фоткать. Возможно, чтобы он отъебался, его надо сфоткать, понял? Давай попробуем. Типа, может, он будет за нами гоняться. Это что, блядь, Fatal Frame, что ли? Нет, на это без понту здесь включать. Тоже без понту. Угу. Наш друг. Это наш друг. Новая борьба, звуки борьбы. Да, конечно, фотка. Блядь! Уходи! Не заходи сюда. Дверь закрой.